Поскольку у нас на проект мы так задумали приблизительно 1000-1500 долларов, не больше, потратить и при этом сделать четенько, ну как бы, чтобы все было там по нормам и так далее, решили купить дешевую плитку. Нашли просто, заехали в Эпицентр и купили одинаковые, там разные, короче, какая есть плитка. Вот у меня получилось за такую замечательную плитку, которая за штуку там стоит 590 гривен, по-моему. Я купил разного сорта. Это для того, чтобы облицевать рабочую поверхность на кухне. Купил за 390 гривен. Это, блин, 10 долларов. 10 долларов. Вот я купил 6 квадратов. Ну, сейчас будем ее вот сюда вот клеить. Подготавливаем поверхность и будем сейчас клеить.